Вам предстоит стать загадочным скелетом. Бесконечным. Да. И отправиться в путешествие. Собирая части тел монстров, чтобы усилить своего героя и использовать разнообразные способности, исследуй зловещие локации, сражайся с мифическими существами, раскрой тайны Нижнего мира. Знаете, поначалу эта игра с 2D-видом сбоку мне не очень приглянулась, но немного разобравшись, мне довольно понравилась. График и спецэффекты в игре вполне нормальные для 2D-игры. Она не глючит, много не жрет. Конечно, она не имеет красивых фоновых видов. Но здесь основной прикол в том, что побеждая разных врагов, мы имеем шанс получить их части тел, которые мы можем либо сожрать для пополнения здоровья, либо интегрировать, так сказать, в себя, получая бонусы тех врагов, которых мы одолели. Да, и воюем. Вообще-то, как ни странно, мы с различными воинами мертвыми. Магами есть, тут легионеры, рыцари. Ну, сюжет в игре, конечно, есть. Но он, в принципе, не мешает самой игре. Ну да, в отличие от некоторых игр, где, блин, там этот сюжет сидишь полчаса перекликиваешь. Есть различные, так сказать, скрытые локации, в которых мы можем заходить. Система RPG-прокачки. Ну, двойной прыжок и прочее. В целом, довольно любопытно сделана игра. Может попробовать тем, кто любит необычные игры в 2D-стиле с видом сбоку. Может, она вам и приглянется.